Всем привет! Меня зовут Александр Мирошников, и сегодня в нашей рубрике «Что должен знать и уметь персональный тренер?» Мега уважаемый человек, как всегда, интересная и занимательная тема. Хоть мы не пропагандируем алкоголь, но возникает иногда вопрос: праздник, а вдруг мы болеем и нам прописали антибиотики? И возникает логичный вопрос: а можно ли комбинировать алкоголь с антибиотиками? Как всегда, у нас научный подход, времени у нас мало, вперед к знаниям. Могу ли я пить алкоголь с моим антибиотиком? Часто задаваемый вопрос врачам. Многие рецептурные инструкции снабжены информацией, предупреждающей об отказе от алкоголя при приеме противомикробных препаратов. Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что только в 2016 году амбулаторным пациентам было предписано около 270 миллионов антибиотиков. В своем докладе о вредном взаимодействии с алкоголем Национальный институт здоровья перечисляет, вот вы видите на экране, антибиотики и, естественно, сообщает, что нежелательно с ними употреблять алкоголь. Национальная лига потребителей, а также FDA предупредили потребителей избегать употребления алкоголя с соответствующими антибиотиками, которые вы также видите на экране. Потенциальные взаимодействия противомикробных препаратов с алкоголем лучше всего рассматривать в трех категориях, каждая из которых имеет последствия для пациента. Это первое — изменение фармакинетики и фармакодинамики противомикробного препарата и или алкоголя. Второе — изменение антимикробной активности и эффективности. И третье, понятно, развитие токсичности. Считается, что одновременный прием алкоголя с противомикробными препаратами снижает эффективность или приводит к токсичности. Классическим примером опасного лекарственного взаимодействия с алкоголем является реакция дисульфирам-70. Симптомы могут включать такие, как покраснение лица, тошнота, головная боль, рвота, боль в груди, ну и так далее и тому подобное. Буквально на днях выходит обзор, и авторы обзора попытались с точки зрения доказательной медицины как-то разграничить, с какими антибиотиками можно употреблять алкоголь, а с какими нельзя. И вот вам общие рекомендации по употреблению антибиотиков с алкоголем, и эти рекомендации изучите самостоятельно. В этот момент стоит самого себя похвалить. Представляете, как классно. Есть этот фильм и есть. Лежит вроде на канале «Веселая наука». Вы не болеете, не пьете антибиотик, вы не пьете алкоголь. Но вдруг произошла такая вот проблема, да? Есть праздник, да, и вы пьете антибиотик. Вы сразу вспоминаете про канал «Веселая наука», включаете, нажимаете на табличку, соответственно, на паузу, пересматриваете вот эти 4 таблицы, находите свой антибиотик, и тогда уже представляете, можно выпивать или нельзя. Если вам фильм понравился, то не забываем ставить лайк и, конечно же, подписываться на наш канал. У нас самые занимательные, веселые, практичные, а главное — научные темы. Все, пока! Пока!